С болезнью надо не бороться, а противодействовать ей. Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции продолжает вести работы по антикоррупционному просвещению. На этот раз ее представители побывали в СПК СРРК и территориальном земельном комитете. На встрече были обсуждены главные методы борьбы с коррупцией. Помимо сотрудников организации государственных служащих, среди собравшихся были и простые граждане. С присутствующими был проведен конструктивный диалог, после которого представители департамента ответили на интересующие граждан вопросы. Обратиться в департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции может каждый. Для этого нужно связаться по горячей линии 1494. В этом году департаментом по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области уже были проведены ряд мероприятий подобного характера практически во всех государственных органах Карагандинской области, в том числе в школах, в медицинских учреждениях. Эта работа проводится на постоянной основе, регулярно, и останавливаться мы на этом не собираемся, только чаще.